Это была просто огромная глыба льда. Появились кадры льдины, которая упала с крыши спорткомплекса в селе Фершем-Пенуаз и убила 12-летнего мальчика. Вон, смотри. Вот это и упало на него. Вот это упало на него. Вот это? Судя по размерам, это огромный кусок весом не один десяток килограммов. Территория около спорткомплекса в крови. Школьника пытались спасти, но скорая помощь не приехала, так как была занята. Сотрудники повезли ребенка в больницу сами, но спасти жизнь мальчика не удалось. Напомним, ребенок вместе с другими играл возле физкультурного комплекса. По предварительным данным, дети заметили у здания большую ледяную глыбу и начали бросать в нее снежки. Закончилось все тем, что лед откололся и упал на голову школьника. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». На личный контроль дело поставил сам Александр Бастрыкин. Только вот директор ФОКа, видимо, считает, что он ни при чем. По его словам, произошло все в 6 метрах от пешеходной дорожки. А для того, чтобы пробраться к этому месту, мальчики шли по сугробам.